Опреснять морскую воду я буду при помощи обычного армейского комбинированного котелка с флягой. Он хорош тем, что состоит из трех частей, которые при некоторой доработке могут быть использованы в качестве простейшего дистиллятора. Для этого сбоку котелка, между кромкой и ушком ручки, нужно проделать небольшое отверстие, в которое вставляется любой гибкий шланг подходящего диаметра, длиной около 1 метра. Горловина фляги закрывается любой пробкой со сквозным отверстием, в которое вставляется второй конец шланга. Под котельник заливается вода, и он закрепляется с помощью дужки на котелке. Фляга подвешивается над огнем за цепочку от крышки или ставится в угли. Дистиллятор готов к работе. Минут через 10 появится пар, который будет проходить по трубке и собираться в котелке. По трубке пошел пар. Это означает, что через час мы получим около 600 мл готовой к употреблению воды. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Хорошая вода.